над гибели спас. Мы сами-то зададут нам вопрос или не зададут, могут нам и не задать, потому что мы же вот, когда ходим на благовестие, мы знаем, что никогда этот вопрос не звучит. Да, я поэтому... Вообще никогда не звучит вопрос о рождении свыше. Хотя любой вопрос, на который бы мы начали, любой вопрос нам зададут, а может, у нас вообще не будут ни о чем спрашивать, но беседа будет. А беседу можно направить и нужно направить именно сюда. Любую беседу, любой вопрос, он обязательно сводится к рождению свыше, ободимости Духом Святым, то есть Святая Библия. Цель нашей жизни – это спасение. Вот это сюда обязательно сведется. Любой вопрос, он сводится сюда. А если этого нет, например, ну тогда и вообще ничего нет. Если это не сводится к спасению, а спасен может быть кто? Ну, кто рожденный свыше, потому что написано там, что Царство наследует кто? А тот, кто родился от воды и духа. Иван Гутуана, 3 глава, 5 стих. И вот в этом сразу, вот, по одежде у женщины у них такие плакаты одеваются. Вот. Это община необычная еще чем? Потому что у них, как говорят сейчас, активная жизненная позиция. Вот мы сами как же тут собрались, помолились, разошлись по домам и живем дальше. Потом, живем дальше, как привыкли жить. Ну еще может быть журнал возьмем, почитаем и дадим соседке почитать. Это максимум. А если вдруг нас спросят, скажут, еще это там собираетесь, все православные, что там делаете, а мы скажем, ничего не скажем, молимся. А кому молитесь, а что делаете, а что там, что читаете? А мы ничего не делаем, почему? Потому что мы одно дело, что не знаем, другое, что не хотим узнать. Так вот, говорю, что в жизни, активная жизненная позиция, в том, что они изучают Слово Божие. Вот. Не только изучают, а еще делятся этим богатством с другими. Так вот, собственно для этого встреча эта организована, чтобы вот Игорь, он как старший, расскажет о своем опыте, веры во Христа, как он вот этим своим сокровищем, обычно, ну как, если обычно богатство мы денег скопим, прячем, чтобы другие не видели. А сокровище Христово, ему охота поделиться. Оно такого свойства, что его не запрешь в сундуке и не утаишь, оно совсем другого свойства. Им охота поделиться, как мать делится любовью со своим чадом, она не может утаить себе, она выливает это на своего, на чужого, потому что он тоже через ребенка. Так вот, и сокровище Христово, вот Игорь хочет вот, поделиться вот этим сокровищем, которое он скопил, собрал по крупицам. Вот, и вот слово ему. Спасибо, Христос. Я то, что стоя с вами поговорю, я бы присел, чтобы быть наравне с вами. Ну, считайте, что я прямо наравне с вами. Иногда просто эмоционально нужно будет, может быть, встать, но я поэтому буду сразу же стоять. Я хотел сказать, вот, батюшка так говорит и о моем тоже опыте. Ну как, у нас община вся, ну, и поэтому я не могу сказать, что это один мой опыт. Опыт церкви православной. Весь заключен в словах Господа Иисуса Христа. Господь, Он заботится о нас. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Очень заботливый. Троица Святая заботится. Как вот мы заботимся о скотах своих, заботимся о чадах своих, заботимся о ближних своих. Господь также заботится о нас. И поэтому Он оставил нам свое наследие. Вот это вот. Святая Библия. Или Слово Божие. Или Священное Писание. Если мы не придем через Слово Божие к Господу Иисусу Христу, мы никогда не придем в Царство Небесное. Господь говорит, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вот глядите, она какая, она еще тяжелая, и сколько много страниц.
И сразу страх нападает на человека. Как так? Вот это забота Господня. А если вам скажут, а ваши вот сейчас скотине, которые у вас есть, сейчас вот бесплатно мы возьмем огромный стог со стальем целый. Вы порадуетесь же? Конечно. Бесплатно. Радуетесь этому дару. А кроликам морковки тонну тоже хорошо. Господь нам дает вот в полноте всю жизнь нашу. Вот эта жизнь вечная в этих словах Господних заключается. Если мы не будем следовать за Словом Божьим, мы никогда не достигнем Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому вот в своей заботе Он дотягивается до каждого из нас Словом Своим Святым. Для этого нам нужно родиться свыше. Господь избрал верных себе. Он говорит, одного еще будучи в утробе материной возненавидел, а другого возлюбил. Скажут, а как же Господь добр, Он же милостив, как возненавидел? Мы не будем спрашивать, апостол Павел говорит, а горшечник, который глиняный горшок делает, он что, спрашивает, для какого употребления горшок делать? Никак. Как бы апостол Павел говорит так, замолчи, Господь кого возвеличивает, того возвеличивает, кого уничижает, того уничижает. Поэтому, если в нас с вами избранничество, вот все, я понимаю, кто сейчас собрался, всех этот вопрос волнует. Как нам понять, мы искренне верующие, мы родились свыше или не родились? Евангелие от Иоанна, 3 глава, говорит, Никодим пришел ночью к Господу и спрашивает его, как так родиться свыше? Это что, мне опять, будучи стариком, залезть в утробу матери? И Господь ему говорит, ты, учитель Израилев, этого ли не знаешь? То есть учителя в Израиле, которые принесли Слово Божье, ну не все, Ветхий Завет, больше половины, вот так где-то, вот, они его несли другим людям, рассказывали, и они не могли родиться свыше. Почему? Потому что не знали Иисуса Христа. Еще не пришел Господь. Бог Отец еще не послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он еще не висел на кресте, Господь наш, еще не распят, еще не умер и не воскрес. Никто не знает, но, значит, он обязан был знать. Да, Господь говорит, исследуйте Писание, ибо вы через них желаете иметь жизнь вечную, оно свидетельствует о мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, Господь говорит, не я пришел вас судить, а слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Если мы не обратимся к Слову Божьему, оно нам и не покажет, имеем ли мы плоды Духа Святого, чтобы быть рожденными свыше, чтобы быть избранными Господними. Для этого что нужно? Для этого нужно исследовать Священное Писание. Что такое исследовать? Изучать. Когда мы спрашиваем кого-то, ты читал Библию? Многие говорят, да я там и читал. Кто-то говорит, да я и ничего не понял. А Господь говорит так, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, бросал зерна, все это понимают, одно упало на каменистое место и не взошло. Это что такое, говорит? Это говорит о том, что у человека сатана прям из ушей вырывает слова. Это говорит о неизбранности человека. То есть слово не попало, человек не действует по слову, не принимает слово. Оно не идет к нему, он от него отворачивается. То есть избирает дела зла, нечестия. Плоды добра не пришли к нему. И все. И он не рожден свыше, значит. Его нету со Христом. Нету в нем Слова Божьего, пребывающего в человеке искренне верующем. Потом следующая земля какая? Та, которая принимает, но когда солнце всходит, корешок маленький и засыхает. Тоже человек не смог уверовать. Обратился вроде бы, взял слово, а потом не смог все принять, что Христос сказал. И не пошел за ним. И потом только идут два рода земли, которые приняли слово. Одно, которое заглушено было тернием, возрастало, но тут заботы житейские, колосочки наши, огородики, как только лето, некогда и в храм сходить, не то что там почитать Слово Божие. И нету человека в вере. И только последний дает колос, плоды 30, 60 и 100. Вот эти плоды
они могут быть только от благовестия. То есть после того, как человек взял слово, уверовал до конца, принял Христа в сердце свое, он должен теперь идти и этим делиться с каждым. Это называется благовестие. Почему? Потому что написано, что сеятель – это Христос. Но Христос все теперь оставил нам. Он сказал, Матфея 28 глава, 20 стих, «Идите и проповедуйте, научите, крестя во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот почему у нас сейчас такие общины нежизненные? Почему всех уговаривать на что-то нужно? Потому что нету ревности, как было у Савла. Савл был ревностный, но он ревностный был в том, чтобы гнать христиан. И когда он обратился ко Христу, вся его ревность теперь направилась на то, чтобы людям показывать правду, что он неправильно гнал Христа. Теперь, значит, нужно что говорить? О том, что Христос – это правда и истина. А где об этом написано? Когда крестился Господь, в воду заходил, Иоанн Креститель сказал, ты ли идешь ко мне креститься? Я должен от тебя принимать благословения эти. И ты ли идешь ко мне? И Господь говорит, оставь теперь. Нам так надлежит исполнить всякую правду. И Господь, тот, который сотворил небеса, землю, который всю вселенную создал из ничего, крестится от рук Иоанна Крестителя, человека. Почему? Господь избирает правду такую. Он эту правду избрал для каждого из нас. Мы все должны обратиться ко Христу. Благодать призывающая, призывает Господь через Слово Свое у нас к себе. Благодать обращающая, когда человек от злых дел, от плодов нечестия, должен повернуться к плодам Духа Святого, как написано в послании к Галатам апостола Павла. И теперь, обратившись, принимает от рук истинного священника благодать освящающую. И вот в полноте принимает Господь так, человек в сердце свое Господа Иисуса Христа. Но Господь и дальше теперь заботится о нас. Господь отходит. Для чего? Потому что Он исполнил волю Отца. Все, что Он говорил, все, что Он там исцелял людей, это было для того, чтобы показать, что законы, которые даны были до этого Ветхого Завета, они в точности исполняются им. Они не разрушаются, они только исполняются, они даже не дополняются, а исполняются. Их никто исполнить не мог. И теперь кто исполнит? Только искренно верующий. Чем? Если он до конца пойдет путем, который Господь Иисус Христос нам оставил. Какой это путь? Путь благовестия. Блаженны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. У нас, как говорят, в ногах правды нет. Все так, это известная пословица. А тут в Евангелии нам говорит, как раз в ногах правда, блаженны ноги. И пророк Исаия восклицает, на холмах стоят ноги благовестников, высоко на холмах. Для чего? Чтобы провозглашать Слово Божие, чтобы легко было идти бежать к народу. Как это мы видим, с горы Фавор Господь сходит с учениками и тут же попадает в нужное. И все удивились, как, откуда ты пришел? А ученики, пораженные только что виденным, когда Господа сияло сияние божественной славы, молчат все. И тут фарисеи уже победители, уже все, а не может исцелить этого отрока. И Господь исцеляет, и все удивились, говорит. Почему? Все вовремя должно быть у Господа. И тогда удивление нападет на всех. Вот сейчас самое время. Сатана думает, что уже разрушили все дела Христа. Но нет, вот мы сейчас здесь собрались. Почему? Потому что мы должны разрушить дела дьявола, ибо они уже разрушены Господом. Господь сковал его уже и бросил его в мрак, туда вместе со своими клевретами ангелами сатаны тьмы. Мы не просто должны с сатаной биться, мы его побеждать должны всегда. Чем? Верую в Иисуса Христа, верую в Святую Библию, в Слово Божие. Для этого мы должны изучать его. Вот не так однократно собрались, послушали и все, и пошли дальше. Опять батюшке рассказывать, как нам тяжело, уговаривать его дать молочка просто или еще что-нибудь. Все должны быть здоровыми, перестать быть больными. Почему болезни приходят? Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 11 глава. Неправильное принятие тела Господня делает больными и говорит, немало из вас и умирает от этого. Почему? Причастие неправильно принимается.
1 Коринфянам 11 глава с 25 по 29 стих. Не надо идти ко причастию, лишь бы только получить тело Господне. Ведь 6 глава Евангелия от Иоанна рассказывает, что как только Господь рассказал о том, как, что нужно делать после уверования в Него, что принимать Его кровь и тело, написано, все отвратились от Него, кроме 12 апостолов. И он когда обратился к ним и говорит, а вы-то здесь стоите, не хотите ли вы отойти от меня? И Петр сказал, Господи, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Они поняли самое главное, что и мы должны понять. Царство небесное, вечная жизнь, только у Иисуса Христа. Он умер за наши грехи. Он исполнил волю Отца до конца. И послал нам утешителя Духа Святаго, который дарует нам плоды мира и всей благости, всего того, о чем пишет апостол Павел Галатам. То есть обратиться от злых дел, это пьянство, невежество, ну все эти безобразия, знаете, блуд, воровство и так далее, к делам добра, милосердия. Только через слово Господа Иисуса Христа можем мы обратиться к этому. Поэтому вот у нас в общине занятия по изучению Слова Божьего стоят на первом месте. И мы определили для себя, как только у нас проходят активно занятия, активная, как говорит батюшка, позиция братьев и сестер в слове изучения Божьего, прям заучиваем стихи Священного Писания, которыми идти благовествовать, которые бы мы сами хотели услышать, родные, наши близкие, знакомые. Для каждого человека может свой стих быть выбран. И к старикам, и к молодежи. И тогда воспитание детей пойдет по-другому. Вот дети не смогут воспитываться без вашего ведения Слова Божьего. Почему? Не будет примера. Не будет примера, значит, не будет подрастания отраслей в Церкви Христовой. Каждый из вас должен быть учителем для своих близких. Апостол к этому призывает. К этому призывает сейчас патриарх, я хотел сказать, вот. Последней проповеди патриарх, он говорит, каждый из вас прям пальцем показывает, и там стоят эти начальствующие в галстуках, стоят люди, ну, всякие безбородые, там, кто с бородой, там и монахини, он показывает прям пальцем. Каждый из вас, говорит, должен пойти и нести к людям Христа, которого они не знают, в их сердца, чтобы они полюбили Господа Иисуса Христа. Прямо вот такими словами говорит патриарх. Ну, это и так было понятно бы, но патриарх уже сказал. Вот я все время думаю, ну патриарх сказал, хоть бы это не из последних сил было сказано. Вот сейчас сказал, а потом вся сразу и все рухнуло. Но еще не последние дни, Антихрист еще не пришел. Еще у нас с вами есть все возможности для того, чтобы оправдаться перед Господом Иисусом Христом. Повернуться от злых дел, делом добра, милосердия. Идти благовествовать тем, кто не знает. Чтобы храмы наполнялись искренно, искренно верующими. Пусть будет маленькое, но Христово братство. Чтобы все были единодушно уверены в том, что вера у каждого в сердце. И написано, исследуйте, исследуйте, верили ли вы находитесь. А то как? Говорят, ты веруешь в Бога? Тихо, не разговаривают, это моя интимная зона. Это вот все, и такое интимное, вот так еще закроется. Что интимное? Господь что, пришел интимно рассказывать о Царстве Небесном? Он во всеуслышание говорил, его убить хотели. Сколько раз он везде уходил от погоды, переходил на другую сторону. И всегда только одно, убить. Дела зла мы знаем, убить, да. Но дела милосердия, они не, у нас сейчас в церкви православной нету дел милосердия у членов церкви. Члены церкви, они заснули, молчат, все разложили на батюшек. И главное, все верующие, ну кучами народ умирает, это я вам сказал, почему уже, апостол Павел об этом говорит, не я. И теперь батюшка должен отпевать, почему? Покаяние там и так далее, об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 20 глава. Что люди умирали, естественно. Для этого разрешают и вяжут грехи священники, им это от Господа дано, понятно все. Но где все члены церкви? Стоят, отпевают. Так это самое время проповеди показать, что вот он, самый древний благовестник Царства Небесного, смерть идет. Не будете веровать, все умрете и попадете в ад. Без страха Божьего вы будете там бояться пыток.
и вечного огня. Этот червь неумирающий, огонь неугасающий будет там. Идите это благовествовать. Собирайтесь, собирайтесь на отпевание, собирайтесь. Ну это ладно, отпевание, а праздники? Какие у нас праздники? И праздники воскресения Христова. И другие праздники, Рождество. Как их тоже можно праздновать? Тоже можно обращать в благовестие. Идти к людям прямо из домов и говорить им, где истина. Истина в Слове Божьем, во-первых. В Святой Библии, в словах Иисуса Христа, о вечной жизни. Никто больше не говорил этих слов. Я многого еще тут упускаю, не говорю. Почему? Потому что если вы не согласитесь изучать Слово Божье с Господом, который говорит вам исследовать Писание, если вы желаете иметь жизнь вечную, если не согласитесь, вы до конца все равно всего не осознаете. Вы не поймете, избранные вы или нет. А Господь сказал через апостола Павла, никаких тайн о спасении души человеческой Господь не оставил. Все открыто для вас. Но, говорит, бодрствуйте и молитесь. Для кого он говорит? Для нашего ленивого тела. Наша душа должна превозноситься над нашим телом. Не хлебом единым жив будет человек, а каждым словом, которое исходит из уст Божьих, говорит Иисус Христос, отвечая сатане на его извечный вопрос. Будешь ты много есть или не будешь? Лучше быть голодным, нежели уступить какую-нибудь заповедь Божию. И Господь говорит, вы думаете, я пришел нарушить заповеди? Я пришел не нарушить, а исполнить. Ни одна йота не пропадет, ни один знак из закона Божьего. Все будет исполнено. Исцеляется прокаженный. Очистился. Иди к священникам, покажись им, принеси жертву. Почему? Закон так повелевает. А вроде бы Христос исцелил, то все в нем в руках. Нет, без священнических истинных рук нету ничего. Священники с нами. Священники веруют в это. Это пастыри, учителя. Но учителя могут быть и из вас, мирян. Это не запрещено совершенно. Только нужна ревность к этому, нужна подвижка. Апостол Павел говорит, не возбужу ли я ревностью своею, ревность единородных со мной евреев, верою своей. И возбудил? Возбудил. Сколько еще уверовало людей? И среди евреев, и язычники идут. И мы должны также возбуждать себе, смотреть, кто более ревностный, смотреть, брать примером. Жития святых брать на вооружение. Вот у нас занятия идут, мы пользуемся, сейчас я покажу вам, Святая Библия, это во главе идет у нас. Потом глядите, идут у нас какие книги. Вот, идут каноны, вот это книга правил. Называется «Книга правил святых апостолов, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отец». Ну, батюшке это известно. 719 канонов и правил православной церкви, которые рассказывают обо всем. Сейчас у нас очень много в церкви неправильно делается. Не так, как должно для того, чтобы мы могли идти и благовествовать до конца. Крещение идет краплением, не троекратным погружением. Униаты принесли нам это все с западных церквей, от католиков, крапление. Вот те, которые сейчас с донбассами дерутся, это униаты, вы если не знали. Там действуют многие ордена иезуитские. Они могут принести только смерть этими заблуждениями. Мы должны принести жизнь. Не забудьте, эти заблуждения уже у нас есть. И многое другое. Особенно вход в церковь неправильный у нас, детей. Вход в церковь должен быть только через искреннее уверование в Господа Иисуса Христа. Признание Его своим Спасителем. И полное знание Священного Писания. Не так, что там с 5 на 10. Исследовать всегда. Если занятия эти будут проводиться у вас, вы увидите, как ваши сердца просветлеют. Как Господь будет вам помогать. Нужна святая десятина в церкви. Господь говорит, вы грабите меня. И народ говорит, где мы тебя грабим? Тем, что не отдаете десятину священникам. И они не могут прокормиться. И апостол Павел говорит, а в валах ли печется Господь? Вол это священник, который пашет все
Ему закрыли рот, не дают ничего. Он не знает, где, где ему прокормиться. Кто? Должны содержать те, кто веруют в Господа Иисуса Христа. Те, кто входят истинно в Святую Соборную Апостольскую Церковь. Десятина. Это десятая часть от своей зарплаты, от пенсии, от того, что ты заработал. Бывает это и каким-то там материальным, там, то, что на огороде растет. Но должна быть десятина. Об этом говорит вся Библия. Об этом настаивает Господь, когда говорит о воровстве. А мы, да почему так? Ну там не растет, здесь не растет. Господь говорит, вы меня грабите, вы как хотели. Так ты же добр, ты же милостив, Господь. Милостив, ну закон-то уже стоит Божий. И вот лежит Лазарь на лоне Авраамовом, а богач там где-то, непонятно через сколько, и он, о, пошли там к братьям моим, чтобы они в этом месте мучений не оказались. Пускай там же ко мне спустится этот Лазарь, прохладит мне язык. Авраам отвечает, чадо, все доброе, что было на земле, ты получил, живя в теле твоем. А теперь между нами и вами глубокая пропасть. И ни вы не можете сюда прийти, ни мы к вам не перейдем. А братья мои, ну братьев-то хоть можно спасти. Братья твои не обратятся, даже если мертвый придет, потому что у братьев твоих есть Моисей и пророки. Их слушайте. Моисей и пророки – это священное писание. Слово Божие, Святая Библия, которую я показал, вот эта толстая книга. Вот оно есть у этих братьев. Братья – это мы с вами, которые еще не там, не в аду горим. Для того, чтобы до конца прийти, надо все это изучить. Все вот есть у нас. Вот книга «К истинному православию» как раз рассказывает о том, как нам дальше поступать, как нам, вот исследуя книгу правил наших православных, как прийти в церковь к тому, чтобы все это исполнить. Ну, чтобы там продажи не было в церкви. Потому что вертеп разбойников Господь называет. Ну и там еще многое другое. То, что можно делать правильно в церкви. И нужно. Иначе Господь не обратит на нас должного внимания. И попадем мы все в ад. Сколько бы мы ни старались, Господь скажет, отойдите от меня, делатели неправды. Я никогда не знал вас. Вопросы, может, какие-то есть? А где ваша община? У нас в Барнауле община. И у батюшки в поселке Потеряевка, Мамонтовского района. У нас у отца Акима две общины. Вот это глухая деревушка там такая, да? Это... Ну да, она как бы там глухая деревушка, действительно, там нету дорог. Но там верующие все обратились свыше, родились через Слово Божие. Игнатий Тихонович делал занятия. Занятия проводил в университете, у себя дома, по домам других верующих людей. Люди обращались. И все время, три раза в неделю проводились занятия по изучению Слова Божия. И люди постоянно, которые ходили, они насыщались этим добром, божественными словами. И принимали Христа в свое сердце, как своего Спасителя. И потом крестились у батюшки. Вот отец Иоаким крестил, отец Наум Борщевский. Это он сейчас в грузинской церкви. Еще там были священники, которые крестили людей. И вот община сначала была больше, там кто-то уходил куда-то. Сейчас у нас где-то 77 человек последний раз батюшка считал. Ну так 90 всего. Ну там кто болеет, кто куда отъехал. Дети есть у нас, около 20 детей. Воскресная школа идет. Постоянно идут занятия по изучению Слова Божия. У нас воскресный день после остаемся мы. Служение. И два раза собираемся на неделе. Раньше было три раза собирались на неделе, а то даже до четырех. То есть постоянно вся неделя была занята тем, что мы изучали Слово Божие. Ну, чтобы это осознать, что это такое, это надо поучаствовать в занятиях по изучению Слова Божьего. Тогда вы поймете, как идет наполнение. То есть, вот то, что я вам сейчас говорю, ну, как с одной стороны только. С вашей стороны нету никаких подвижек для того, чтобы осилить усваиваемый материал. Здесь же, когда идет занятие, вы начинаете усваивать материал, как, ну, при, ну, как вот батюшка сказал, как в семинарии. Вот священники учатся каждый день, каждый час, новое нечто, новое заучивание происходит.
между собой идут разговоры, и учителя помогают, братья помогают тебе, которые там учатся, и все это в тебя всеивается Господом, и Господь силу-то оказывает. Бог-то, не надо его забывать, мы же молимся еще. И Господь эту силу оказывает, и вдруг ты начинаешь чувствовать силы, что ты переполняешься. Это называется выпить моря духовные. И теперь ты становишься источником духовных благ, которые Господь из тебя, они из тебя истекают. Господь изводит их из тебя. Это слова божественные, вот прям заученные. Это все то, что ты пережил теперь уже. И тебе хочется нести другим. И прям ты не можешь сдержаться. Прям написано, как огонь какой-то разлит в костях моих. Я не могу сдержаться, как говорит нам пророк Иеремия. Готов был я сдержаться уже. Ну все, Господи, не буду говорить. Они меня все время бьют. Все меня гонят. Но нет. Вот пламя разливается и все. И тогда Господь говорит, так, пробита брешь в обороне города Царства Небесного. Кто встанет в нее? Некому встать. И пророк Исаия говорит, Господи, меня пошли, меня. Но я мал силами, я немощен. И тут вдруг ангел углем проводит по устам. Все, иди, говори, теперь победишь всех. Вот как Господь делает. Ну, немощь, в немощи нашей сила Господня совершается. Мы немощные, там старые какие-то, плохо говорящие, из ума выжившие, руками не двигающие. Господь сделает быстрыми, как пришли ученики Иоанна Крестителя, и говорят, вот Иоанн Креститель послал нас тебе, Господи, спросить, не ты ли тот, который должен прийти? А Господь говорит, ну идите и расскажите ему, что увидели. Слепые прозревают, хромые ходят, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Что еще надо вам знать о Царстве Небесном? Нищий пошел благовествовать. Кому? Богатому. Да богатый посмеется над ним. Ты кто-то ты приполз, старокашка. И вдруг богатый стоит, слушает. Слезы, милость потоком. И обращается, плоды Духа Святого вдруг. На всех. Как это мы видим, часто и сейчас бывает. Но это редкость большая. Почему? Нету благовестников. Ноги все пока что прокляты. Да, на два колена, как сказал Господь в свое время пророк Илья. Вопрос? Пожалуйста. Да, давайте. Ну, ты читала по Библии, правда или нет, или церковной какой-то книге, что мы должны, люди, прихожане, верующие и неверующие даже, Бога любить больше, чем себя, потом Бога любить больше, чем детей, потом Бога любить больше, чем мать и отца, и Бога любить больше, чем всех людей. Это так мы должны, да, делать, правильно? Да? И Господь отвечает на этот вопрос, когда ему вопрос задал, фарисей ему задал этот вопрос, начальник, и он говорит, правильно ты говоришь, недалек ты от Царства Небесного. Еще вопрос, чтобы не задерживал вас и нас. И еще он добавил. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, все разумение свое, всей крепостью, всеми силами твоими. И полюби ближнего своего, как самого себя. В этих двух заповедях равных заключается весь закон и пророки. Вот это Библия святая. Вот оно это и есть. Вот только через нее это можно сделать. Возлюбить ближнего своего и Господа Бога. Только Слово Божие, оно нам покажет этот путь. Как? Живая книга. Вот детям уже там где-то в западных странах, там не было революции, им с маленьких уже ногтей, уже живая книга, они знают, что это Библия. Все. Живая книга, скажи, Библия. У нас, скажи, живая книга, смеются. Это что? Вот это вот я почитаю странички, и что я, мне Бог там даст, у меня урожай будет вот такой. Будет. А ты что такой уверенный? Так я верующий. А, только начинает доходить. Так верующий это вот во что-то такие чудеса верит, там еще во что-то. Ну пускай хотя бы такими маленькими темпами приходит этот человек. И в чудеса тоже. Но это не главное чудеса. Чудеса Господь даст такие, которые в тебе будут. Ты совсем другим человеком станешь. Вот это чудо. Так чудо. Когда ты из убийцы сделаешься воскресителем мертвых. Что такое воскресить мертвых? Ну даже не мертвого там из гроба поставить. А когда человек, который мимо тебя проходит только что матершинник, как таксисты вот такие все. И вдруг он преображается, с бородой выходит к тебе уже другой человек. Глаза горят, и он начинает рассказывать о Христе. Но это невероятно, казалось. Это все равно, что как, если бы Гитлер взял со Сталиным, примирились, и они стали друзьями.
И раз, и война вдруг закончилась внезапно, и все. Ну, давайте рассмотрим такую позицию. Если, да, образную, это вот каждая маленькая победа нас с вами, благовестников будущих, и те, которые благовествуют, те, которые что-то говорили другим, все равно, может, кто-то говорил, помоги вам, Господи. И вдруг человек начинает тебе задавать вопросы, обращаться, ты видишь, что по-другому все развивается событие, он становится тебе действительно уже приятелем, другом. Вот так Господь из нас с вами, из врагов Божьих, потому что мы все под гневом Божьим ходим, пока мы еще не нашли, кто мы, веруем во Христа, обратились к Нему, нет. Все под гневом Божьим. Поэтому вспоминайте сейчас свои скорби, неприятности. Батюшка, кстати, о них говорил, поэтому чтобы знаем мы кое о чем, что тут инфляция, и все там, упал там уровень жизни, все это мы знаем. Но нас это нисколько не будет касаться, если мы будем смотреть только на Царство Небесное. Прежде ищите Царство Небесного, а еды, питья и одежды Господь приложит. Есть, например, многие женщины веруют в Бога, как я, русско-христианская вера, читаем утренние и вечерние молитвы, каноны покаяния, исповедуемся, причащаемся несколько раз, не грешим, но извините, что не ругались, матерились, не обманывали, живем, не считая, что по Библии, как по Библии. И будет этих женщин, мужчин и детей наших ожидать Царства Небесного на вечную жизнь. Можем мы попасть сюда, если живем и будем жить по Библии. И любить Бога больше, чем вот это, что перечислила. И значит, каяться за грехи, за давношние несколько раз, как я читала, что только чисто сердечно раскаяны за грехи, Бог дал здоровье. Понимаете? И могут вот эти люди, верующие такие, как я, молитвы читающие, не греша, исповедуются. Можем люди, мы попасть в Царство Небесное. А, вот вопрос. Можем, самое главное, можем попасть в Царство Небесное на вторую вечность? Можем ли мы грешники, обычные колхозники, Царство Божие? Как нас Бог таких многих? Я понял. Я понял, я отвечу как бы в двух степенях, как Господь тоже так отвечал. Значит, первое. Только через покаяние, Господь говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Только через покаяние вы можете обратиться ко Христу. Если вы не покаетесь, обращения ко Христу не будет. Это раз. Но вы теперь... обращения нету ко Христу второго. Это вы забываете все время. Вы покаялись, а не обратились ко Христу. Почему? Вы волю Его не исполнили. Вы не пошли благовествовать людям другим. Вы не переполнились словом Его. Потому что вы его не знаете, этого слова просто. Я уж так прямым текстом говорю. Вы никто не знаете слова Божьего до конца. Вы где-то немножко читали, что-то там где-то что-то там пробегали, бывает, пролетали там где-то, пролистали, но только не изучали, не исследовали. Я же сказал вначале, 5.39, исследуйте Писание, ибо через них вы желаете иметь жизнь вечную. А оно свидетельствует о мне, говорит Христос. О мне, он вот так, о мне свидетельствует. Это надо было сразу понять, что перед вами Бог стоит. Никто не понял. До конца никто, ни один человек не понял, что это Бог. Только догадывались. Иосиф Аримафейский догадывался, и Матерь Мария догадывались. Но никто не знал. И сатана догадывался. Ну, он не думал, что Бог воплотится, конечно. Но он понимал, что это такой святой, и никак не мог подойти к Иисусу Христу. И теперь второе. Но даже когда мы покаялись, обратились ко Христу, а зачем тогда священник с покаянием, правильно? А потому что непроизвольные грехи делаются святыми мужами. Апостол Павел обращается к галатам и говорит им, святые братья, и тут же говорит, о, несмысленные галаты. А послание к галатам, как непонятно ничего. И начинает им говорить, если вы приняли не то, что мы благовествовали, то даже ангел придет к вам и будет говорить не то, что мы говорили. Проклят анафема этому ангелу, как ангелу с шести крыльями, шестью, с двадцатью, хоть с какими. А что он благовествовал? Вот тут написано. Если вы не будете читать, вы не будете знать. Ну, мы можем прямо сейчас узнать. Садитесь, давайте начнем читать, все вы будете знать. Что благовествовал апостол Павел? Если вы не будете изучать Слово Божие, вы не узнаете никогда, кого прогнать-то. Придет ангел, вы его прогоните. Нас... Я хочу сказать о себе, о братьях наших, вот сестрах, неоднократно гнали истинно верующие православные. Когда мы приходили по деревням, благовествовали, ходили с Евангелиями, пытались вот как сейчас говорить, и нас гнали. Даже батюшек не было, батюшки даже благословляли нас. Говорили, ну ладно, проходите по нам. Было такое.
Но было такое, что батюшки прям говорили, что это сектанты. Ну это ладно, другое. И что, шли, и православные говорили, да что вы тут ходите, да ходите, все, мы без вас там все в церкви знаем. А вопрос самый правильный поставлен. Как отличить покаяние, то, что мы ходим к батюшке каяться, а вот непроизвольные грехи называются они еще, оказывается. Есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. И вот за таких молятся. А все грехи к смерти... Это покаяние, которое мы должны сразу принести при обращении ко Христу. Это вот плоды нечестия, духа нечестия, нечестивого. Их мы можем прочесть Галатам, 5 глава. Там написано, начиная там, с 18 стиха. Еще можно спросить, правда ли я чужую внешнюю? Вот, например, если мы говорим, он говорит, что отрекли. Библия состоит из этих заветов, то он говорит про то, чтобы все запомнило. И там было написано, надо людям проводить проповедь. Какую проповедь, я поняла? Вот могу я, русско-христианская женщина, там, не говоря, что по закону Божьему живу, что соблюдаю. Алла. Вот тогда Алла. Говорит, чтобы люди... Алла. Алла. Ну, подождите, я вкратце. Ну, нет, это интересно, вопрос задает. Не перебивайте. Вот, например, я иду в центр, мужики матерятся, ругаются, погода мороз. Я говорю, я имею право проводить проповедь. Пожалуйста, мужики, женщины, не ругайтесь, не обманывайте. Не материтесь, не грешите, вы не будете болеть, помирать. Я правильно делаю, это не против закона, это не грех, то, что люди ставят. А, вот ваш, короче, это духовный вопрос. Попробовать лучше, если ты не будешь жить с мужиками и незаконно брать. Зачем, если вообще не хочу? Если извините, я пробую. Потому что сейчас такая ситуация, вот как они сказали, что я пробую. Я не знаю. Будь же целомудрена. Все добрые. А до тех пор, чтобы не сказала, пусть... Ну, в каждой, как говорится, сказке есть доля правды. Мы так скажем, что вопрос задан, это духовный вопрос. Есть отличие духовные и недуховные вопросы. Это чисто духовный вопрос, и он отвечается по Слову Божьему. Дело все в том, что есть проповедь и есть благовестие. Это две разные вещи. Вот сегодня батюшка в храме нам говорил проповедь. А вот потом батюшка дал мне там слово, и вот сейчас я перед вами стою, я благовествую вам. Благовестие – это значит нести слово Господа Иисуса Христа к людям, которые не приняли его в свое сердце, не уверовали до конца, и местами Священного Писания возбудить в них ревность к внесению в себя семени Господнего, чтобы оно проросло в вас. От меня это... Зависит, кстати, не очень много. Вот там написано так. Сеющий и поливающий есть ничто. Представьте, вот я стою перед вами, я ничто, оказывается. А все Бог возвращающий. Вот в некоторых, даже некоторые могут ко мне отрицательно отнестись, а в них больше может семя прорасти, нежели в тех, которые с восторгом примут, будут целовать мне ноги. Почему? Бог вас избирает, не я. И не батюшка. Вы сами внутри себя имеете это произволение свободное. Пойдете вы или нет. И вот блудницу как раз Господь избрал, чтобы показать это. Ее пришли и начали побивать было камнями. А потом решили Господа подставить, как называется. И говорят, а вот она блудила, и надо теперь бросить в нее камни. Ну и первый брось в нее камень. Она же соблудила закон-то и... Не исполнила? Проклята? А он говорит, кто из вас без греха? Первый бросай мне камень. И писал, написано, на земле. Писал на земле. Толкователь говорит, скорее всего, он писал грехи. Грехи прям, допустим, пишет. Идолопоклонство, прелюбодейство, воровство, зависть. И написано, начиная от старших до меньших, все начали уходить. То есть они читают и видят свои грехи. И они понимают, а Господь сердцеведец, он это знал. И он поднимает глаза, написано, Господь видит, никого нет. И говорит, женщина, а где твои обвинители? Она говорит, да никого нету, Господи. Одна осталась. Он говорит, и я прощаю тебя, иди и впредь не греши. Лука 6 глава 31 стих. Вот как он, если, и она, думаете, пошла грешить? Конечно, нет. Смерть ее ждала рядом. И она сразу обратилась ко Христу. Почему?
Вот Христос явился прямо перед ней, сказал слова свои, и она обратилась. Вера от слышания, слышание от слов Божьих. Вот пока вы не услышите слова Божьи, и не обязательно Иисус самого Христа. Христос нам это оставил, почему и говорит, сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть мы друг для друга можем быть носителями жизни вечной, понимаете? Как мы должны быть преисполнены этого, кипеть и гореть, и пламенеть, чтобы идти и нести. Не то, что там сидеть учиться, это само собой. А какие взаимоотношения между братьями и сестрами? Круглого вида, чтобы можно было катать по желобам и откатывать. И туда клали. Почему называется новый гроб? Не потому, что свежевырытая ямка, как у нас, а потому, что они клали целыми родами в эти пещеры. Человек под... могли 20 положить. Поэтому там были такие пенальчики сделаны. А для того, чтобы туда можно было заходить, и вот этот запах тления, ну, не убивал просто человека, брали и закутывали в пелены, и ароматами умащивали, как это было сделано с Господом Иисусом Христом. Эти ароматы, они прилипали к телу, и если бы их надо было разворачивать на теле, они бы отрывали прям кожу, потому что это смола, она так прикипает. Ну, смола, вы ее все знаете. И вот так же точно опеленали Господа. И почему, когда прибежали Иоанн и Петр, посмотрели и увидели, что пелены аккуратно сложены. Да и они не могли быть аккуратно сложены. Потому что если бы их отрывали от тела, они прям были бы с кожей, там, со всей, там, кровь, там, что там было, так, и так далее. Ну, что вы на человеке, плоти есть. А они аккуратно сложены. И это показалось им чудом, как так все смолой было, смолиной, вдруг аккуратно. И с головы плат отдельно. А с головы-то вообще как отодрать от волос? Отдельно. А мы читаем и ничего не понимаем. Ну и что? А все надо знать. Господь исследует Писание. А для чего это нам надо знать? А чудо воскресения. И какое чудо в этом? Апостолы не уверовали в воскресение Иисуса Христа. Вот оно чудо. И кто первый уверовал? Пресвятая Богородица уверовала первая. Она прикоснулась к ногам сына своего и пошла молиться ему как Господу. Мария Магдалина бегала 4 раза к гробу, все никак не могла удостовериться, до тех пор, пока Господь не сказал, она к нему прикасаться, когда садовник, думал, унесли. Он говорит, Мария, не прикасайся ко мне. Как, Господи, ты же такой добрый, милостивый, да и дай меня и расцеловать, я же так рада тебе. Не прикасайся. Беги быстрее к своим братьям, к ученикам моим, к апостолам и возвести им, что я воскрес. Вот что ты сделай в первую очередь. Бегите, люди, вот к вашим людям, родным, близким, чтобы они воскресли от мертвых. Расскажите о Христе, распятом и воскресшем ради вашего оправдания. Что вы наконец-то уверовали и приняли в сердце Господа Иисуса Христа до конца. И решили идти до конца, распространяя благую весть Его всем другим. Некому больше распространять, сеятеля нету. Дух Утешитель, Он пришел в невидимом виде для того, чтобы мы могли своими руками теперь исполнить волю Божью, чтобы было чем оправдаться на суде Божьем. Иначе нам не оправдаться, у нас нету дел добра. Мы сидим на своих землях только, на пахотных, и все. И даже иногда и богослужению не уделяем должного места. Вот если, батюшка, позволите, да. Сестрам вот, может давай сказать. Вот сестра, скажешь слово? Пусть говорит, послушаем. Ну, о занятиях, может быть, или да, о том, как веру. Вот мы просто говорили, занятия 3-4 раза в неделю. А очень безработные все. Значит, как мы такой, мы тут живем, работаем, нам некогда даже пару прийти раз в неделю в храм. А тут еще какие-то занятия. Как так можно умудриться время выделить из своей жизни? Во-первых, я очень рада, что Господь позволил нам вот так вот тесно встретиться вот в этом небольшом храме, как я поняла, мы в храме находимся. Слава Господу за все. Я очень рада, что вы пришли сюда. А для чего вы пришли? Вы пришли услышать Слово Божье. Когда вот так вот и я была неверующая, моя жизнь была безбожная до 40 лет. За это время я успела вырастить своего безбожного сына.
Господи, помилуй меня. Я не могла тогда, будучи сама безбожной, научить чему-то доброму своего сына. У меня он один. Теперь я пожинаю плоды, потому что я, уверовав, обратившись к Господу, нашла людей, которые меня привели на занятия в университет, где был добрый наставник, проповедник. И он говорил такие слова, которые я всю жизнь себе задавала. А где найти ответ на эти вопросы, я не знала. И вдруг я услышала. Я когда пришла, вот так вот, я села за партой в университете, это дело было политехническом. Я села вот так вот за парту, помню, это во втором ряду, прямо первый, с краю, и вот так вот села. Вы знаете, я 8 лет просидела вот так, на одном дыхании. 8 лет. Мы ходили 2 раза, я тогда работала, я не была пенсионеркой, я теперь пенсионерка, и давно уже. А в то время я еще работала. И мы ходили вечерами в городе, это не так-то просто. После работы оставляли семью, и я шла на занятия. Это каждый вторник и каждую пятницу. Каждую субботу, это вечером, каждый вторник, а каждую пятницу вечером после работы. Каждую субботу и каждое воскресенье я бежала в храм. Для меня это стало нормой жизни. Я только в храме находила себе отраду и покой. И стала потихоньку, помаленьку меняться моя жизнь. Мой муж остался там, по ту сторону. Мой сын со своей семьей остались там, по ту сторону. Мне очень больно и тяжело. Но я с верой продолжаю молиться и о них. Расскажу, какое чудо творит Господь, когда молишься и с верой обращаешься к Нему со своими просьбами. Это было 7 лет назад. Я каждый год приезжаю в Потеряевку. Я там работаю, ну, служу просто так, лично от себя, для детей. Я там на кухне готовлю детям пищу. И у нас всегда летом в июле месяце, там вот, когда Петровпост заканчивается, и в этот день у нас Петровпост, в конец Петровпоста происходит крещение. У нас крещение полным троекратным погружением. И мне очень хотелось, чтобы мой муж увидел, как это делается. Я сама, будучи уже там, позвонила своей сестре во Христе и попросила: позвони моему мужу, пригласи его, чтобы он приехал сюда. И он приехал, но он у меня курящий был. И я еще попросила ее: ты ему, Люда, скажи, чтобы он бросил курить и не брал с собой сюда, потому что у нас на территории туда нельзя заехать, чтобы в кармане был ли табачный-то. Нельзя туда так. И она ему об этом сказала. Он за 2 дня перед поездкой бросил, оставил дома сигареты и не взял с собой. Для уверенности, что дома не остались, его уже негде будет взять. И он приехал. Он приехал так, вот в чем был дома, и приехал. И там, когда, а у нас там было много корреспондентов с Москвы, с Новосибирска, с Барнаула, из разных журналов и газет, там корреспонденты были. И он у одного увидел, что в кармане у него что-то такое похожее, что тут у него вот здесь вот, наверное, коробочка с сигаретами. И у нас в этот вечер бывает костер. И он подошел к этому корреспонденту и попросил: ну я же вижу, что у тебя там есть, вот там вот. Ну дай мне сигарету, хоть одну. И он ему дал. А прикурить-то ему нечем. А прикурить чем? Он ему не дал. И он тогда пошел туда на костер. И думает, что я там спрошу, мне там-то уж я раскурю эту сигарету. Подошел, там наш брат был, Володя Пащенко, вот, которого знаете. И он у Володи говорит: Володь, дай мне спички. А он говорит: дядь Витя, я тебе не дам, потому что я знаю, ты зачем просишь. Зачем? Он говорит: ты летишь в ад и меня за собой тащишь. И он говорит: я так испугался, в карман полез за этой сигаретой, достаю ее, а она вся вот в труху размятая. Он ее вытащил и бросил в костер. 7 лет он больше не берет в руки. И у него всегда дома 2 упаковки лежит сигареты, ну, такие коробочки-то, я не знаю, там вот эти
блоки, как их называют. А я говорю, так ты для чего их держишь? И зажигалка лежит. Он говорит, я себя укрепляю. И вот недавно говорит, как я рад, что я теперь не курю. Он везде с гордостью говорит, что он не курит. И мне так противно даже об этом говорить. И он ни разу после этого, вот 7 лет уже не брал. Я славлю Господа моего. Это Господь ему помог. А еще, он же неверующий и всегда бритый. Первое, что он, чем он занимается утром, вставая, он побреется, потом только идет умываться. А теперь я никогда его насильно не зову, но я знаю, что глава жене муж. Об этом написано 1 Коринфянам 11 глава. Женщины, это для нас, это глава 11, это для нас. Читайте в послании к Ефесянам, там повторяется то, что сказано здесь. И вот он... Недавно смотрю, но всегда я ему показываю, у нас много, достаточно так, роликов, литературы, об родобрении. Кстати сказать, вот в этой книге «Христианского православия» там есть тоже раздел об родобрении. Но я ему всегда рассказывала, потом показывала. И я потом смотрю, он не включает свою бритву, не стал бриться. А теперь у него такая красивая борода. Вы знаете, такая красивая, это тоже Бог. Это тоже Бог. Он еще не принял крещение, прошу ваших молитв о нем, его звать Виктор. Чтобы Господь позволил ему принести покаяние. И не просто покаяние, но и достойный плод. А теперь я вот, пока у нас брат маленько отдохнет, а я вам предлагаю, вот сейчас он говорил о покаянии. Валя. Игорь, мы своим покаянием. Простите. Да, можно, спасибо. Вот одну вам, и вы послушайте, что такое покаяние. Я, как мы не знаем, но для уверенности я открою сборничек, где это у нас песнопение, этот гимн на покаяние. Подожди, я тут даже положила. 800. Это для уверенности, потому что когда волнуемся, это молитва. Прости меня, вот она. И можно забыть, как бы. И чтобы... Мы как бы не специально готовились. Да, мы не готовились. Это вот мы просто постоянно поем после молитвы, после службы. Так, мы так поем для себя, чтобы вдохновить душу свою. Вот хотели с вами поделиться. Прости меня, Боже, прости, я молю. Прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал. И друга иного тогда я избрал. Прости, что я раньше тебя не познал. И друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с тобой воевал. Прости, что тебя я страдать заставлял. Прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Прости, что я скорби тебе причинял, что вновь я тебя распинал. Но ты пробудил меня к жизни иной, и сердце коснулся своей рукой. Глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах мне не дал утонуть. Глаза мне открыл ты мне не дал утонуть. И вот я в молитве стою пред тобой.
твоей рукой я всю свою жизнь посвящаю тебе. И только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. И я обещаю тебя прославлять и словом, и делом тебя восхвалять, чтоб люди увидели свет твой во мне, и светом влеком мы шли все к тебе, чтоб люди увидели свет твой во мне, и светом влеком мы шли все к тебе. И еще одну вот я вам предлагаю послушать, это о молитве. Без молитвы не, даже вот никакой надежды нету на то, что мы когда-то придем ко спасению. Без молитвы это невозможно. Это как два крыла, это пост и молитва ко спасению. Других путей нету. Пост и молитва. Вот о молитве. О молитва, жизни Богом ты дана, скорбной жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги, я выбился из сил. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяной. И такой же бури в сердце в этот вечер я томим. Но смирившийся вопрос со слезами на очах, я в скорбях Иисуса умолял. О мой Бог, ты знаешь все, на душе так тяжело, я измучен и почти упал. Боже мой, я жизнь нелегкой и беспечной не хочу. Пусть страдания и скорби на пути своем найду. Об одном прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, как твоя всесильная рука на плечах лежит моих, и среди житейских битв ободряет ласково меня. О молитва, благодарностью горю, прославляю Божью силу, благодать и глубину. Манит сердце мечтою, пусть небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Другом мы на деле узнали.
врачует недуги, удаляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Спаси Христос. Последний куплет не открыли, поэтому помолимся. Достойно есть Якова истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величает.